Много нынче в памяти потух, а живет безделица пустяк, девочка, потерянная кукла на железных скрещенных путях. Над платформой пар паровозов низко плыл, в равнину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды, полной внезапной и жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки. Толпа к посадке торопясь, куклу затоптала у теплушки в жидкую струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Так хоть этой маленькой потери дотянулась до нее война. Некуда от страны мысли деться, это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железных скрещенных путях. Спасибо моим дедушкам за наше счастливое детство. Ковалев Григорий Васильевич, Ковалев Семен Григорьевич, Наумов Георгий Андреевич. С Днем Победы!